попробую на ходу снимать. Это вот мы идем по улице, и сейчас через несколько метров мы завернем на нашу улицу, кривую. Я вот хочу показать, какие здесь узкие улицы. Мы когда сюда приехали из Ташкента с нашими широкими улицами, было так странно видеть вот такие узенькие улицы. А вот это наша улица, на которой мы живем. Она действительно кривая и очень короткая, кривая, потому что она вот там вот заворачивает за угол. Сейчас мы дойдем до этого угла. Как я говорила, вот тут у нас был сильный снегопад, расчистили все по бокам, кидали. И теперь вот этот снег здесь по бокам будет лежать. Ой, блин, забыла снять голубую коробочку нашу. Ладно, потом снимем как-нибудь. Вот такие вот дома, видите, они... говоря, это уже немножечко отреставрированные, почищенные дома. Вот. Друг к другу плотно приклеплены, без всяких... О, смотрите, сколько снега на машине. Машины не чистят. Здесь в основном машины стоят без гаражей. Гаражей у людей нету. Вот так вот все здесь заставлено на улицах машинами. И поэтому очень-очень трудно иногда найти место, чтобы, в общем-то, запарковаться. Вот. Это вот такая вот наша коротенькая улочка, кривая. Вот уже видно и конец этой улицы. Вот. Это наш дом. Напротив такая машина. Вот такие сугробы. Вот наш дом. Вот наш подъезд, ворота. Такой вот дом. И вот там вот уже улица Складовский-Кури. Это вот стоянка специально для непелноправных. Здесь людей инвалидами не называют такие, как, например, люди, если на коляске. А вот именно непелноправные, потому что инвалиды, это, видимо, как-то слишком обидно кажется для людей. Вот, даже об этом подумали. Европа, так сказать. Такой вот небольшой фильмик про нашу улицу. Мне здесь нравится, у нас вот здесь тротуар очень хорошо сделанный. Так выложен хороший плит, и очень гладко идешь. Вот такие вот сугробы по бокам здесь. И вот теперь их ждать надо, когда они растают. А вот дерево там стоит вот на противоположной стороне. И вот тут деревья все вот такие вот железные, ну как это называется? Ну, такие железные огородочки взяты, чтобы их случайно машины не сбили. Тоже, в общем-то, забота о окружающем мире. Еще здесь очень много знаков дорожных, вот очень много знаков. Вот когда вот идешь или едешь на машине, вот через каждые буквально вот 2, 3, 5, 10 метров все вот эти вот повороты, остановки. Можно останавливаться, нельзя останавливаться. Вот так. Ну, пока все.